Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на телефоне Xiaomi Mi 11i включить геолокацию. Делается это следующим образом. Мы свайпаем вниз, вот так вот, и попадаем в такое меню. Советуем вам еще раз свайпнуть, чтобы увидеть все названия функций здесь, одна из которых — это геолокация. Или же местоположение. Если геолокация или местоположение светится синим цветом, это значит, что она включена. Если мы нажмем на нее, то теперь она светится серым цветом и, соответственно, она выключена. Здесь, зажав эту кнопку, у нас есть настройки местоположения. Мы можем посмотреть, какие приложения используют наше местоположение. И всякие разные интересные настройки здесь есть. Можем же отсюда выходить. И я буду заканчивать. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока!